Это голое море, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто, было все очень мило. Королева просила перерезать гранат и дала половину. Пажа истомила, и пажа полюбила вся в мотивах сонат. Потом отдавалась грозова, до восхода рабыни проспала госпожа. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа.